общем, вещь-то серьезная. Не сегодня, а присвоении этому мосту имени Ахмата Кадырова, Ахмат Хаджи Кадырова, он идет уже более 2 лет, этот вопрос. Поднят был еще чуть ли не в 2013 году, а уж в 2014, это точно он был поднят. И различные, скажем так, испытания на гражданских позициях тех или иных, скажем, групп населения. Это вы про поясок говорите? Про защиту Божью. Попей кофейку, а машинку пока сзади.
Thank you.
Thank you.